Сегодня я вам представлю жилой комплекс с сочным названием «Фрукты». Так что, поехали! Бесконечные спецпроезды, изменения схем движения транспорта. Жилой комплекс «Фрукты» — это 9 домов, которые растутся нам в центре Адлерского района. Почему такое сочное название «Фрукты»? Откуда это все пошло? Застройщик на своем сайте обещает, что до пляжа ехать совсем чуток. Повтори мне. Давайте проверим, так ли это. Этот пляж один из самых лучших в нашей стране. Приезжайте и убедитесь сами. Меня зовут Василий Попов. Я рад вас приветствовать на своем YouTube-канале про Сочи ТВ. Здесь я рассказываю о недвижимости города Сочи и не только. Сегодня я вам представлю жилой комплекс с сочным названием «Фрукты». Он находится в Адлерском микрорайоне, так что поехали! Когда-то вся жизнь кипела только в центре Сочи. Кинофестивали, концерты, форумы, да практически все культурные события проходили именно здесь. Соответственно, и приобретать недвижимость было престижно исключительно в центре. Но Олимпиада изменила все. Была построена современная инфраструктура, которая облегчила транспортное сообщение между районами. Новостройки росли как грибы после дождя. Ширились парки и зоны отдыха. Теперь большая часть значимых событий проходит в Олимпийском парке. Для иногородних это гораздо удобнее тем, что не приходится долго добираться от аэропорта или железнодорожного вокзала Адлера, нет проблем с размещением и до моря рукой подать. Для местных это тоже стало решением, потому что бесконечные спецпроезды, изменения схем движения транспорта, да и банальные многочасовые пробки остались в прошлом. До жилого комплекса от центра Сочи ехать 30 минут, от аэропорта 10 минут и от Олимпийского парка примерно тоже 5-7 минут. Друзья, мы находимся на территории жилого комплекса «Фрукты». Познакомимся, это Виталий, руководитель отдела по работе с партнерами. Виталий, ну, пожалуйста, расскажи нам о своей компании, которая называется «Неометрия», насколько я знаю, ее историю. Компания «Неометрия» – это крупный застройщик из города Краснодара. На рынке мы уже более 8 лет, сдали порядка 300 тысяч квадратных метров жилья. Компания полного цикла, мы сами проектируем, сами строим, сами свои дома потом обслуживаем. Вот. В компании имеется ряд направлений разных бизнесов. Это ресторанная сеть бизнесов, агробизнес, это строительный бизнес. Мы строим как жилые комплексы, да, для того, чтобы можно было семье купить себе квартиру. Также строим очень много коммерческих помещений. Компания довольно крупная, мы аккредитованы 22 банками. На сегодняшний день мы имеем более 85% одобренных сделок через нашего ипотечного специалиста, который также есть в штате нашего отдела продаж. Кстати, его услуги абсолютно бесплатные, ими можно воспользоваться, в принципе, в любой день. Я понял. Ну и зародилась компания в Краснодаре. Компания зародилась в Краснодаре, да, 9 лет назад. И, насколько я знаю, вы не только в Краснодаре и в Сочи строите. На сегодняшний день компания реализует свои объекты в городе Новороссийске, в городе Ростов-на-Дону, в Краснодаре, где у нас и находится наш головной офис, и город Сочи. Давай прогуляемся, посмотрим, заодно расскажешь нам про сам комплекс. Да, я люблю начинать с того, что жилой комплекс «Фрукты» — это 9 домов, которые растут в самом центре Адлерского района. Это 9 домов, которые строятся по 214 федеральному закону. 9 домов монолитно-каркасные,
По облицовке у нас идет утеплитель Технониколь. Это является не горючим материалом. Он защищает зимой от холода, летом он не дает квартире сильно нагреться, и в квартире всегда очень приятная температура. После данного утеплителя у нас делается декоративная штукатурка. Здесь климат, он совершенно другой, отличается от других регионов. Здесь очень много солнца, и, как вы видели, наши все дома имеют свои цветовые вставки. И вот чтобы эти цветовые вставки со временем не выцветали, чтобы у них всегда был тот облик, в котором комплекс был сдан, делается такая декоративная штукатурка. Территория нашего комплекса, это немаловажно, надо было вначале рассказать вам, 10 гектар. Территория комплекса не закрытая. Пеший доступ имеют, в принципе, все люди, которые находятся на территории данного района. Вот. Но въезд на автомобили будет только через шлагбаум. То есть ехать смогут владельцы данных квартир на территорию. Мы максимально обустраиваем комплекс детскими спортивными комплексами. Это будут места для занятий фитнесом. Фитнес-тренажеры уличные будут стоять. Это будут беседки, это будут зоны для командных игр. И немаловажно то, что все эти детские площадки, все эти комплексы делаются исключительно из экологически чистых материалов. Сами дома по отделке у нас возле каждого входа в комплекс есть пандус, чтобы можно было удобно подняться с велосипедом, либо с коляской. В каждом подъезде мы делаем выделенную зону для консьержей. В каждом помещении у нас будет по два лифта. И в каждом подъезде мы делаем свою такую фишку. Это помещение для велосипедов и для колясок. Отдельный доступ куда тоже через магнитный ключ. То есть там вы можете оставить ваши клиенты, в частности, велосипед, коляску. Там же есть санузел с двухуровневым умывальником. То есть можно помыть руки, умыться, а можно в нижней части помыть лапы домашним животным, либо протереть колеса велосипеда или коляски. Очень удобная фишка, и я вам скажу, что... Я даже, честно, не припомню даже комплексы в Сочи, чтобы было такое. Ну, мы первые будем в Сочи. Может быть, если элитку взять какую-то. Мы первые были в этом плане, в этом показателе по Ростову. И сейчас мы будем первые здесь в Сочи тоже по этому показателю. Все подъезды, они отделываются в фирменном стиле компании. Это будет светлый керамогранит на полу, это будет декоративная штукатурка на стенах с элементами навигации. То есть на каждом этаже будет большая цифра с номером этажа. И будет показано, в какой стороне находятся какие квартиры. Что касается квартир, квартиры компания «Неометрия» для себя сдает в базовом варианте. Да, что это такое? Это входная тяжелая металлическая дверь, которая, в принципе, не требует замены после сдачи. Это очень важно. Двери у нас российского производства, они качественные, с высоким классом взломостойкости. В квартире делается ровная сухая стяжка пола, уже финишная, готовая под любое напольное покрытие, от линолеума до дорогого паркета. Сверху уже можно стелить. Немаловажно, что со стяжкой в пол и финишной высота потолков составляет уже 2,7 метра. Первые три этажа они будут идти 2,5 со стяжкой, с 4 по 12 будет 2,7 метра. Получается, это высоту такой еще потолок натяжной, скушает там небольшой. Сейчас, как показывает практика, я делал у себя дома ремонт, это бывает 3 сантиметра с головой хватает, чтобы сделать натяжной потолок. Поэтому... Самое главное, что пол уже будет. Да, пол уже будет ровный. Помимо всего, под стяжкой делается гидроизоляция полов и делается разводка отопления. В квартирах уже будут стоять стальные радиаторы отопления с терморегулировкой. То есть вы можете в любой момент отрегулировать подачу тепла в свою квартиру, и, соответственно, у вас уменьшается трафик оплаты. Вопрос у меня такой. Почему такое сочное название фрукты? Откуда это все пошло? Если мне не изменяет память, здесь раньше находился фруктовый сад. По-моему, это были яблочные деревья, яблочный сад был. Ну и как-то вот на этом месте зародилось такое название и решили оставить как жилой комплекс фрукты. Плюс тоже одна из небольших фишек жилого комплекса фрукты. Возле каждого дома будет высажено одноименное дерево. То есть, если это персиковый комплекс, то будет персиковое дерево. Виноградный корпус, значит, будет виноград сделан, да. Когда я предлагал своим клиентам ваш жилой комплекс, одно из возражений, как раз я вижу, это заправка. Вот что скажете про нее? Будет она как-то мешать там, не знаю, просто люди беспокоятся. При получении разрешения на строительство, если находится возле территории какая-то заправочная станция, всегда есть зона, которую мы должны соблюдать. Здесь данные параметры все соблюдены, потому что мы получили полностью проектные экспертизы все, мы получили разрешение, заправка никак не мешает строительству нашего жилого комплекса и в дальнейшем проживания. Да, хотя все равно здесь есть расстояние, на самом деле, это, если говорить про улицу Виноградная, там тоже есть Роснефть, заправка, там она вообще прямо перед домами. Абсолютно верно. Так что люди живут
все хорошо. И на Сибирске я, кстати, тоже такое встречал, когда там летал туда. Прямо перед нами находится море. Открывается хороший вид с 8-го этажа, уже видно красиво море. И если мы посмотрим в правую от нас сторону, там будет у нас вид на Олимпийский парк, также на море. Это будет самая красота. Да, это будет самая красота. Вечером, у нас ночью. Есть хорошие однокомнатные квартиры в корпусе Виноградном. У них вид сразу и на море, и в сторону Олимпийского парка. И также позади нас, если мы с вами посмотрим в ту сторону, там открывается красивый вид, пейзаж, горы. Зимой вообще интересный вид, там снег на верхушках лежит, очень красиво смотрится. Когда сдача? Окончание срока сдачи у нас на второй квартал 2022 года. Все 9 домов сдаются единовременно. Единовременно. Да, для комфорта тех, кто будет здесь проживать, либо тех, кто будет сдавать в аренду данное жилье. Почему цена варьируется там до 150 тысяч рублей? Ну, давайте самое основное, то, что наш комплекс строится по 214 федеральному закону. Согласен. Это очень большая редкость в данном районе, да, в Адлерском. Сейчас в Адлере есть два застройщика, которые строят по 214 федеральному закону. Один из них – это мы. Если мы смотрим самые минимальные планировки, то у нас однокомнатная квартира 31 квадратный метр. Стоимостью составляет 3 миллиона 447 тысяч рублей. А цена доходит до 10 миллионов, это большие трехкомнатные квартиры по 93 квадратных метра. Есть очень большой выбор планировок, планировки у нас идут стояками, то есть клиент всегда может выбрать себе эту квартиру на любом этаже, который его интересует. Вот. Что касается поднятия графика цен, мы поднимаем не как принято поднимать там, у многих застройщиков там, раз в неделю, либо раз в месяц. Мы поднимаем цены в зависимости от количества проданных квадратных метров. Да, что касается межкомнатных и межквартирных стен в данном комплексе, межкомнатные стены выполняются все из гипсокартона, двойной слой гипсокартона, утеплитель, шумоизоляция, опять двойной слой гипсокартона. Это между комнатами. На самом деле это большое преимущество для клиентов, которые смогут в дальнейшем делать перепланировки себе. То есть это не сломать газоблок, это разобрать просто гипсокартон. А межквартирные стены, они в 85% сделаны из несущей конструкции железобетонного монолита. И 15% это квартиры под объединение, сделанные они также из шумоподавляющего керамзита бетона. По сути, это тот же самый бетон, смешанный с керамзитом. Он помогает со стороны утеплителя, как работает как утеплитель между квартирами и как шумоизоляция. Дорогие друзья, по всем вопросам приобретения квартиры в нашем жилом комплексе вы можете обращаться смело к Василию. Это наш официальный партнер по продажам жилого комплекса «Фрукты». Важным преимуществом является то, что комплекс находится приблизительно на одном расстоянии как от центра Сочи, так и от Красной Поляны. Так что если вы любите горы или зимние виды спорта, но не хотите менять городской образ жизни, это место как раз для вас. Мне надо убрать, чтобы я сразу подготовился ехать. Эх. Застройщик на своем сайте обещает, что до пляжа ехать совсем чуток. Дари мне. Всего 5 минут. Все правильно. О, там не было такого. Есть. Открыть тебе. Застройщик на своем сайте обещает, что до пляжа ехать всего 5 минут. Давайте проверим, так ли это. Сейчас 12:25, и мы едем на пляж, который называется «Бархатный сезон». Быстро я не буду ехать. Всего лишь 300. Пропустим эту дамочку. Так, ну все, мы приехали. Время у нас, смотри, 12:30. Ровно 5 минут мы сюда ехали, друзья. Это пляж, называется «Бархатный сезон». Так что застройщик не обманывает. Я думаю, он нас и не обманет в своих жилых комплексах. Музыка.
С этим местом я вас ранее ознакомил в своем видеообзоре. Это пляж отеля «Бархатные сезоны». Голубой флаг служит подтверждением того, что вода отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Многие отдыхающие по всему миру руководствуются оценкой голубым флагом будущего места отдыха при планировании поездки. Так что этот пляж один из самых лучших в нашей стране. Приезжайте и убедитесь сами. Спасибо, что смотрите мои видеообзоры. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, заходите на мой сайт и просто звоните. А я по-прежнему считаю, что жизнь одна, и прожить ее лучше в Сочи. Всем пока!